про себя. В семье у нас, значит, папа играл в аконе, пропал без вести на войне. Четыре брата у нас гармонисты, старший с 24-го, с 29-го, с 31-го, ну я с 40-го. Играли две сестры, одна сестра вообще хорошо играла, закончила техникум, приходила, приезжала с Липецка в деревню, я сам с Кулешовки родом Липецкого района, приезжала, одевал брата в костюм, одевал гармошку на плечо и шла, играла, и как будто как парень. Хорошо играл, покойница тоже, с 34-го года. Вот, играл на выборы ее приглашали. Она на выборах играла, ее там, даже там какой-то, в те времена копейки какие-то там платили даже на выборах. И чтобы повеселить и народ, и сама повеселиться. Хорошо играла. Тут я начал подрастать. Вот, и, значит, как гармония, она друг от друга шла, никто никого не учил никогда, чтобы там пальцы, а то я одного учил гармонию, даже пальцы свои привязывал к его пальцам. Да, это было дело. Ну и, короче, тут мы с братом поехали в Елец. В Ельце мы, значит, раньше были времена какие, Елец, говорит, всем ворам отец. Вот, и, значит, мне денежку он дал, спрятали мы там эту денежку, мол, пацану никто не полезет, не вытащит денежки. Ну вот, приехали, выбрали там гармонь, там, на этом, как он рынок называется? Женский. Да, женский рынок, на женском рынке. Купили мы там гармонь, и я там впервые зацепил елецкое страдание. И длинное, я сейчас могу ее даже проиграть. Вот. И до сих пор у меня в память врезалось вот это все, и на память. И вот все на слух. Гармонь, аккордеон, баян, и все это на слух. Ни одной ноты. Ну так знаю, где до, ре, ми, фа, соль, ля, си, та. А чтобы ноты наиграть, ни одной ноты не знаю. Ни по нотам не играю. А вот елецкое страдание, допустим, вкратце. Значит, в отношении страданий длинные.
Лубутянщина. А наше вот страдание, допустим, Липецк, к ней спешишь, бежишь, боюсь, опоздаешь. А то уйдет с другим. К ней пришел, к ней пришел, там уже девчонки собрались на мотание, на пятачок. И вот мотание началось, играешь, играешь. Сейчас я вам продемонстрирую мотанце. Танца поплясали, ну что, пошел я, девчонок проводил и пошел домой. От ней. И вот сейчас от ней. От ней еле ноги волокешь. Устал. Вот.
от нее. На крыльцо лег, гармонь под голову, положил, а мамка корову выгоняет. Выгоняет корову. Петяшка, чего ж ты тут на крыльце спишь? Говорит, мам, да я только, я пришел, уморился, да что это я заснул. А тут в школу надо ехать, поезд в 6-й шахте возил на Сырский рудник, там я 10 классов заканчивал. Вот, в гармошке ездил, в школу, да, и никто мне как-то это самое, весело было, короче, жизнь была веселая. Есть что вспомнить, поиграл свадьбу, но переиграл, так что жизнь, путь прожил не просто так. Есть что вспомнить. Короче, все хорошо. И какой же у вас стаж гармониста? Ну, с 5 лет, 75 лет стажу гармониста. 75 лет. Thank you.
Как же все-таки научиться играть на рояльной гармонии? Да очень просто. Берешь гармонь? Берешь гармонь и по чуть-чуть, по тарапыры. Если у тебя есть музыкальный слух и способности, берешь и подбираешь по одной кнопочке, допустим. А потом здесь на басах и на голосах, потом спариваешь. А с чего надо начинать, с правой или с левой руки? Как вот вы учили, с правой или с левой руки? Я учился, по-моему, с левой руки начинал, да. А потом с правой, а потом соединял все. И все. А потом тыры-пыры-стопыры, и я начал уже играть. Да.